Апрельские тезисы в действии. В рамках послания президента страны Федеральному собранию была озвучена программа дегазификации. Подведение голубого топлива до границ земельных участков граждан без взимания платы. В Чувашии газ ждут почти в 68,5 тысячах домов. Необъяснимо, но даже после сказанного Владимиром Путиным заявок очень мало. К примеру, в Ибрейсинском районе дегазифицирован будет только один населенный пункт, а в Урнарском районе из 19 сельских поселений запланирована дегазификация только в двух. В городе АллатРь, Красноармейском и Цивильском районах и вовсе нет желающих. А вот по данным, представленным муниципальными образованиями, из 1435 населенных пунктов дегазификация запланирована только в 910. То есть это осознанно или недоработка. Есть, конечно, время еще выверять списки, но мы и так идем уже вне графика. До 12.08, то есть до четверга, мы план график социальной газификации в регионе должен быть утвержден в полном объеме. Глава республики Олег Николаев подверг критике администрации муниципалитетов, которые не проявляют достаточной активности в процессе подготовки. Это вот цифра, мне, конечно, никуда не годится. По данным Межрегионгаза, потенциально вот такой возможностью на сегодняшний день могут воспользоваться дома, которые находятся в населенных пунктах, до которых дошел газ, но эти домовладения на сегодняшний день не газифицированы. Тут есть великолепная возможность собственные средства сэкономить и тратить на другие злободневные нужды. А эту проблему решить уже окончательно за счет «Газпрома». И соответственно, наконец-то довести газификацию до 100%. План газификации должен быть разработан в течение ближайших 3 дней. Дедлайн 12 августа. Заявку на участие в программе можно подать в региональных отделениях «Газпром Межрегионгаз» Чебоксары через интернет на портале единого оператора до газификации. Прием заявлений через портал госуслуг и МФЦ начнется в ближайшее время. Екатерина Шеверова, Татьяна Раевская, Павел Рядков, Республика.